Мы приветствуем вас на репортаже с нашего дня рождения Аквасити. Сегодня исполняется 8 лет самой лучшей мойки Москвы. Со мной рядом Денис. Он главный, можно сказать, в этом автомоечном комплексе. Хочется увидеть побольше гостей, чтобы они получили больше позитивной энергии, зарядились и на весь предстоящий год. Вы часто наши мойки посещаете? Почти каждый день. Что вам нравится в наших комплексах? Качество. Значит, пользуюсь постоянно, очень доволен вашей мойкой. И как сегодня, кстати, попал. Очень кстати. Да, с днем рождения вас. Спасибо вам большое. Жить остаетесь? Вы порекомендовали нашу компанию своим друзьям? Подскажите, пожалуйста. У меня все друзья здесь и моют. А часто к нам приезжаете помыть машину? Я здесь постоянно мою. Серьезно? Вот это да, почетный гость, почетный клиент. Скажите, пожалуйста, а что вот вам нравится в нашем комплексе? Что быстро, хорошо, качественно и вкусно. Это не комплимент, это на самом деле так. Мои коллеги по цеху, да, они все моются здесь. Отличное обхождение, отличная работа и прикольное кафе. Да, я каждый день приезжаю. Серьезно? Вот это да! Одна из лучших моек. С днем рождения, Аквасити! Понеслось! Лет. У нас проходит все очень весело, задорно, и рядом со мной стоит Вадим, представитель компании «Аквасити». Сейчас мы у него спросим, как у него настроение в этот день праздничный. У меня шикарное настроение, спасибо большое. Наши клиенты тоже все очень довольны. Вчера буквально каждый уезжал с улыбкой. Все были не только довольны скидками, но еще и всем происходящим настроением, красивыми лицами, чистыми машинами. Вы рады этому, Вадим? Конечно, чем больше клиентов нашей компании, тем красивее город, чище и более довольны наши сотрудники. Вот Борис стоит и улыбается. Полностью поддерживаю. Также больше всего мне понравилось то, что люди, которые приезжали вчера на наш праздник, рекомендовали нас своим друзьям и знакомым и близким, и они бросали все дела и стремились на мойки Аквасити. Это не только автомоечный комплекс, это комплекс хорошего настроения и отличного сервиса. Аквасити, с днем рождение! Yeah, it's about to get down tonight. Yeah. 6 o'clock in the morning. I look out of my window. The sun is shining. Beautiful day. I make myself breakfast, breakfast, just the way I like it, just the way I like it. Get out of my door, and I gotta say.
потерялся. Ну... Поздравляю от души. Счастья вам, удачи. Дай Бог, чтобы желаемое было гораздо больше. Расти и развиваться. Мне очень нравится, как вы обслуживаете. Я вам желаю больших успехов и просто процветания. Больше клиентов, хотя клиентов у вас хватает. Я все время вижу постоянно очередь, на выходных особенно. Вот, я вам желаю расширяться в связи с этим. Just finished my work now. The sun is shining. It's still a beautiful day. This is how it goes. This is how it goes. Almost every day. Almost every day. Yeah. This is how it goes. This is how it goes. Almost every day. I'll show you one day in my life. Приезжаете, мне кажется, часто. Второй раз. Да вы что, второй раз приезжаете? А первый раз когда приезжали? Неделю назад. Да, и вам так понравилось? Продолжайте в том же духе, да и все. Много клиентов, много заказов и всегда хорошего сервиса и настроения. Процветание, больше клиентов и улыбок, счастья. Присоединяемся. Спасибо вам еще раз, ребята. Счастливо. Приезжайте к нам. Аква Сити, с днем рождения.